Привчедел, мне уже несколько раз успели прислать в личку вот эту технологию новейшую, где музыка генерируется по тексту. Но чтобы запустить эту технологию, пришлось немного потрудиться, повспоминать универские годы. В общем, я не смогу объяснить никакой гайд сделать, как это сделать по-нормальному, как запустить этот код на питоне. В общем, нейросеть генерирует музыку по тексту. Пишешь ей какой-то текст, предложение, там какой-то образ на английском языке, естественно, и генерируется отрывок музыки, который типа при помощи нейросети выдается. Не знаю, магия, в общем, как обычно. Вот страничка на гитхабе, называется Mubert AI, Mubert Text to Music. Они просят везде оставлять хэштег и отметку в Твиттере, но я не буду, я вот просто покажу. Значит, давайте демку посмотрим, да? Так, у нас тут, например, генерируется музыка по запросу «Добрый бобер охраняет древо жизни». Стэн Ли, эпик, природа и так далее. Слушаем. Теперь космонавт едет на лошади. Это все нейросеть сгенерировала. Это не человек написал, да? Держим в уме. Теперь Винни-Пух готовит метамфетамин. Тут минутные отрывки. Ну, короче, какие-то отрывки генерируют. Владимир Ленин курит траву вместе с Боб Марли. Советский ретро-футуризм. Ну, в общем, принцип вы поняли. Генерируется какая-то музыка на основе какого-то даже самого бредового предложения. По-моему, очень интересная идея. С освещением у меня проблема. Освещение у меня естественное, и оно непостоянное. Друзья, сейчас как никогда важно радовать друг друга и проявлять внимание к своим близким. Если вы искренне хотите сделать человеку приятное, то нужен по-настоящему хороший подарок, который ему понравится и останется с ним надолго. И это легко сделать с сайтом «Все майки». Там больше 250 товаров с принтами разных тематик: музыка, игры, кино, аниме, мемы и так далее. И всегда можно использовать конструктор, чтобы сделать свой уникальный дизайн. Например, другу можно подарить футболку с его любимым фильмом или игрой, маме плед с милой надписью, братьям, сестрам кружку с Майнкрафтом, а подруге пижаму с ее любимым сериалом. Кстати, на Всемайке каждую неделю новые акции. Их все вы найдете в разделе Sale. Еще есть мой промокод на 10%, который суммируется со всеми акциями на сайте. И это еще один повод порадовать себя и близких подарками с сайта Всемайки. У меня мой любимый худи с принтом лягушки Пеппи, с капюшоном, с начесом, с кнопкой, чтобы нигде ничего не продувало, с карманами, естественно, самые топовые штаны в округе, рюкзак со знаком палача рока. И вообще, на самом деле, у меня много вещей со всех майк. Так что сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании, чтобы попасть на сайт «Все майки». И не забывайте про мой промокод. Короче, я решил тоже попробовать. И что я сделал? Качаем сайты Microsoft. Среду разработки называется VS Code. И устанавливаем питон, но устанавливаем питон через магазин приложений Windows. Иначе я 100 раз там перезагружал, переустанавливал, удалял, чтобы нормально заработал. Это работает нормально в моем случае, чтобы быстро и сразу только из приложений, из магазина приложений Windows ставим питон и еще устанавливаем необходимые библиотеки, на которые он жалуется, питоновские вот эти. Вот, через команду pip, через командную строку. В общем, я вам говорил, что сложно будет объяснить для тех, кто ни разу в жизни не программировал. Но суть в том, что работает. Вот, сгенерировался трек «Владимир Ленин курит траву». Вот у меня почему-то другой, да, сгенерировался. Что-то с камерой совсем была беда. Я оставлю так, короче, неважно. Нам же не тут не смотреть на меня такого красивого, прекрасного, да? Хотя... Давайте посмотрим, какие-то у нас есть параметры. Значит, у нас есть prompt, то есть какая-то строка, в которой мы, собственно, пишем, что мы хотим. Длительность, да, можно сами задавать, поэтому у меня 30 секунд. И loop. Должна ли мелодия по кругу идти или нет? Давайте попробуем, я не знаю, что-нибудь сгенерировать. Постсоветский постпанк. И генерирует довольно быстро, кстати.
даже фейдаут делает. Но, честно, не похоже совсем на постсоветский постпанк. Надо посмотреть, какие тут еще есть параметры, чтобы как-то теги прописывать. У нас есть еще какая-то процедура. Я хочу 10-секундный трек такой, чтобы прям агрессия и зубы скрипят. Всего за 7 секунд генерируется. А это, может, быстрее будет. Так, а если мы его зациклим? Типа, если я его скачаю и просто зациклю, оно будет зациклено. Ну-ка проверим. Чувствуете, зубы скрипят. Есть. Тишина в начале портит все. Ну все, битмейкеры, как бы ищите работу, я не знаю. Идеально же. Ну-ка, мы можем реально сделать 50-секундный трек и написать там, не знаю, Lil Nas X shit his pants. Как-то, да? За 12 секунд. Никакой битмейкер за 12 секунд не сделает ничего такого. Даже развитие есть. Динамика. И качает. Все. Увольняемся, друзья. Все. Машины захватили все. Все! Все! Я умываю руки. Давайте что-нибудь еще придумаем. Я буду писать, что мне в голову приходит просто. Я даже не знаю, это правильно построено предложение или нет, но я думаю, нейросети все равно. Nickelback goes drunk. Но тут. Nickelback goes drunk и получается Maroon 5, нахрен. Гениально. Давайте какую-нибудь длинную музыку, да? Тут какую-нибудь 180 секунд, чтобы 3 минуты было. Осталось сделать нейросеть, которая будет запускать такие программы и делать видео, чтобы вам показывать, чтобы я еще не сидел тут. Просто так. Я тут сижу и я работаю на нейросеть. Нейросеть не может сама придумать. Хотя может. Ну-ка. Так, генератор текстов при помощи нейросети. Все равно что-то надо написать, да? Давайте напишем. Пенис. Так, он сгенерировал какое-то деловое письмо. Ладно, скопируем. У них есть ограничения на длину текста или нет? Так, у нас там кавычки, да? Видите, я для нейросети должен тупо текст редактировать. Все остальное они сами делают. Это просто какой-то странный текст, сгенерированный нейросетью по слову «пенис». И сейчас будет сгенерирован трек на 3 минуты. Да, трек на 3 минуты подольше генерируется, уже 20 секунд. Ну ничего, мы подождем. Это реально хорошо. Это круто. —
Главное, по авторским правам никто ко мне это не придет. Эта песня не существовала полминуты назад. Годный драм энд бейс. Короче, теперь если ты диджей на дискотеке, тебе надо ноут с этой пробой просто с собой брать, и все. Будем слушать до конца, зря что ли 3 минуты сгенерировал. И пока он еще, типа, 3 минуты идет, и он разнообразный, то есть правильно сделанный, не наскучивающий. Все время меняется структура песни. Что-то происходит, драматургия какая-то идет. С этим люди не всегда справляются. Хорошо звучит. Вот если бы проходил тест Тьюринга, где компьютер бы музыку скидывал и говорил, это я сделал, он бы прошел тест Тьюринга. Мы бы думали, что это человек. Я думаю, да. Этот момент наступил. Искусственный разум создан. Вот он. Давайте более какие-нибудь конкретные запросы и не такие длинные песни, да, по 30 секунд, чтобы просто порофлить, что он нам выдаст. Например, Jared Dines breaks his leg. Jared Dines сломал ногу. Что из этого выйдет? Поет. Там голос. Это странно. Но все какая-то примерно по звучанию одно и то же, да? Давайте что-нибудь про меня. Russian YouTuber scares from AI. Почему scares from? Off. Эта песня про меня будет. Подошло? Подошло? Блин, ну в примере они как-то еще теги прописывали, чтобы был еще какой-то жанр определенный. Вот я что-то не понял. Old woman chewing bread with no teeth. Бабка жует хлеб беззубым ртом, да? Нам надо мемы, мемы? Metal. Nails. Гвозди. Я забыл все мемы Фреда-гитариста. Давайте рок, там, что-нибудь такое. Breakdown. И насладимся подольше этим. Генерируем. Что же будет? Что же будет? Страшно представить.
искусственный интеллект все представляет иначе, чем мы, люди. Что по таким запросам мы получим пост-рок. Но я хочу получить какой-нибудь ракешник. Как это сделать? Как обмануть нейросеть, чтобы она сделала рок-музыку? Давайте попробуем просто попросить. Please, do some rock music. Ну, не подведи. Пожалуйста. Ну мы близко, близко к чему-то. Хотя бы барабаны тут уже эти, роковые. Давайте, please... Do some heavy rock music with guitars. Ну-ка. Это уже не понимает. Хотя гитары есть, гитары есть. И бас слышно. На гитаре играет. Давай еще барабаны добавим. Опять она эту детскую песенку заладила. Пианино добавила. Короче, не то немного. Ладно, можно выдохнуть пока немножко, ненадолго. Рок-музыка все-таки не удается пока и нейросетям. А вот всякие drum and bass dubstep они, дай боже, делают. Ну-ка, а если я напишу Mick Gordon finds Theremin? Ну, Therminvox. Иногда я не пишу эти артикли, не артикли, я забываю. Неважно. Я думаю, нейросеть понимает меня. Лоу-фай хип-хоп получился внезапно у нас. Саксофончик. Тупо чилл лаунж. Джаз фо йор соул.
Мне кажется, она может продолжать бесконечно. Можно хоть на 100 минут запросить, и будет как бы топ-трек. Я тут даже не знаю, что писать, потому что когда у тебя безграничные возможности, ты не знаешь, что выбрать. Что если Russian National Gym? Секунд на 15. Этот гимн писал Сергей Жуков, друзья. Ладно, хватит смеяться. Над такими вещами не смеются. Что если Ян Кёртис still alive and finally feels good? А? Что бы было? Это похоже на Joy Division. Это похоже сразу на Joy Division. Короче, не знаю, гениально. Просто топ. Давайте напоследок какой-нибудь атмосферик попробуем сгенерировать на пару минут. Так, атмосферик music to scratch your back. Атмосферная музыка, чтобы чесать спину. And watch some Pokemon series. Ну, думаю, нам подойдет. Как раз это я этим собирался просто вечером заняться. Мне нужен подходящий саундтрек. Сейчас мы его сгенерируем. Я думаю, друзья, под эту музыку можно и закончить. Я напоминаю, что можно подписываться на мой Boosty. Там доступны всякие разные посты, стримы только для тех, кто подписан на Boosty, табулатуры, фотки, видосы, много чего другого интересного. Вот, кстати, самые топовые подписчики на экране, вы видите сейчас их никнеймы. Это те, кто больше всех донатит. И молодец больше всех. Но все посты доступны и по минимальной подписке. Так что ссылка в описании. Также не забывайте про Телеграм и про маму свою, своих друзей, близких, и про то, что действительно важно в этой жизни. Почесать спину, например. Надеюсь, вам понравилось видео. Мне кажется, это был очень веселый опыт, но в то же время очень пугающий. Спасибо за просмотр. Пока.